Под Киевом полицейские задержали такого себе оружейного барона. Недавно 25-летний молодой человек вернулся из зоны АТО. Приехал боец не с пустыми руками, а с целым багажом оружия. Тайник устроил в помещении деревообрабатывающего цеха. Там полицейские изъяли пистолеты, винтовки, пулеметы и автоматы, а также гранаты, 2000 патронов различного калибра и еще много огнестрельного и пневматического оружия. Хозяин всего этого добра арендовал цех в одном из столичных заводов. На своем автомобиле он вместе с братом развозил оружие на продажу по всей Киевской области. А вот кому и зачем, должно выяснить следствие.